что сегодня спартаковцы, ну вот и один выполняющий сегодня несвойственную функцию центрального защитника погорячился. И, да, беда не приходит одна. Видите, что до Юрана бы дошел, а и то вряд ли. Другой мы пока что видим. Вот опасная ситуация. Ошибается Шавковский. Счет становится ничьим. Казалось, что все-таки была опасная игра. Добавился Маркау. Но вот что сейчас? И 1-0. Маркау стоял. И вот только в последний момент он начал какое-то движение. Спасти игру, но счет слишком большой. И вот Ади сообщает о том, что футболист свой послал мяч в сетку ворот. К сожалению, не с самого начала мы ее видели. Рауль пришел на левый защитник Спортинга, и мяч летел в сетку. Шмехи здесь.